Да, я не сомневаюсь, что он сейчас тоже будет весело. Ладно, кто там, выпечку запустить сразу. Любознательный ум всегда жаждет познания. Ну что ж, выдвигаемся. По машинам. Будем держать связь по радио. Че, заехали в инст, сейчас тачки появятся. Взяли тачки и поехали сразу. Кто стак и два плюса? Чуромбик. Занят. А, что? Так, вам оба это сделаем? Ну, курился. Ну, что? Где-то есть Громбик, видео. Громбик, садитесь кто-нибудь за водителя. Ну, в турсы там сразу пересядь. Ладно, я доеду, короче, потом пересядем. Стой, не садись, не багай тачку. Так садитесь мне вот водителем, я вот пассажиром сел. Курик замк, о. Садись в трусы. О, все, едьте там. Я свою тачку довезу, потом кто-то сядет ко мне, да и все. Все, давайте по правой стороне. Лишнее найти не агрим. Будет перетащи его кризи ниже канала. Че, он сам не может, что ли? Он, наверное, с телефоном. Че звезда стоит? Слезь. Кто там? Вот, я ждал, пока вы сядете за руль. А кто сидит в этом? А что, ты хочешь сесть туда? Вот? Не, ну в чопперах по одному человеку сидит. В осадке и в разрушителях по два должно быть. Садитесь в звездочку кто-нибудь водителем. Ты тогда, Хант, едь на маунте за нами, только трэш не сагри, там Митриос усадит. У меня еще место есть. У него место есть. Ракетная атака будет остановлена. Ну почему хламоботов не делаем? Мы не сможем их сделать. Почему не сможем? Потому что там катить надо. Состав рейда надо делать. Надо два мага, два ханта. Лемп там садить. С тотемом, символом. Пошла вам оборону? Да. Куда сюда? Шмот там снимают, который с ПДшники. Вставляют только с меткостью шмот, все. Чтоб как меньше урона этим наносить. А в 25-й так же? Да, так же. Катится босс, попробуй. Видос есть там на ютубе. Как мы там делали, блин. 25-ки это такой геморрой. Тупо из-за того, что кто-то их убивает, оваливает постоянно. В 25-ки, понимаешь, люди не могут массами убить, а точечно. Я не знаю, мы вот ходили 25-ку с мутом, я ходил, ну прям вообще изи отточил и сделали, я прям не увидел ничего сверхъестественного там. Конечно, блин, когда все знают, но когда тупые в рейде, на какой ты что сделаешь? Я вот могу в рейд тебе зайти, да. В идеальный кто и просто поубивать их нахуй, и все, и хуй кто что сделает. Там их ауешили, будь здоров. Они не понимали, что надо взрывом бумботов взорвать хламоботов, нахуй они вместе с бумботами ебашили хламоботов, нахуй всю хуйню туда кидали, блядь, костер, ливень, нахуй, всю хуйню. И мы вайпались 10 раз, нахуй, как же так, блядь, я, блядь, танчу, вожу этого ебаного робота туда-сюда, нахуй, проседаю по хп, блядь, они, сука, их ауешат просто, блядь, дураки, сука. Это ты с кем был, Слав? Вот с гильдии, с Дарстаксом. Охуеть. Мы их сделали два раза. Один раз я был за БДК.
делал. Потом я говорю, сука, мне надо на вару чинку, нахуй. Просил, просил, выпрашивал. Не чинитесь, просто на круги не заезжайте, давайте без поломок сделаем еще плюс. В итоге еле уговорил. Хотели расходиться. Кто там на это на маунте-то бегает? Там. А, иди, садись вон в ромбик и перерезай пушку. Я водителем буду. Хмель, Сунель, иди садись вот в ромбик и пересаживайся за пушку. Все, пересаживайся, все. Все, у меня укомплектовано, у всех все сделано. Разбивайте эти... Как, колчеданы? Мобов ебашить надо еще, идите мобов бейте. Я еду, чё. Да я вижу, Витя. Я прослушаю параллельно. Да. Ну сидит там, крюком тяните колчедан, чтобы 100% был. Хмели, Сунели, когда я подъеду сбивать касты, нажмешь щиток. Сейчас часто, пока рано, когда по время боя. Только бы заехать на такой машине. По трэш. Да, было бы неплохо. Ну, ты чё переразливаете массу под подворот? Сразу запускаем, да, бьём. Всё, КД есть. Лучше поджигать можно эти. Поджигайте. Поджигайте, они уешат босса хорошо. Все что-то. Что делать? Бери. Что делать? Бить этого босса. А я водил. Смотрите на него. Просто води, значит, завтра води. Кто там? Второй снайпер. Короче, да. Почему приебался ко мне, а? Уезжай. Ты понравился ему. По огню его кайте. А, ща. Пиздобьем. У меня есть нитро. Без поломок. А чё, у меня одного было. Все, давайте, вылезайте с этого. Сразу на эту мастокрылую. Мне кажется, могли бы хармот где. Не, нихуя. Где на модель? Потанчить можно? Давай, Виталик, всем каски раздаешь, ауру третью поставь, резина постоянно, занкво на хп постоянно. Все, давайте бафы и начинаем. Рыбы у меня нету. Не, не жарим, давайте быстро придем. Привет. Чек. Запустил этого дурака уже. Кем мне играть? Кто танки-то? Да, танки. Видишь, как бы ты как будет. Вот я кот. Да, это шипы по танкам. А, у нас один пол. Ты пока один. Ну такие боссы пока зербить можно. Ну. Чё там, а чего жарим? Ох, что там не будем делать тут? Не-не-не.
слава богу, да. Давайте лучше без смертей ебашим. А чё, сколько арбалета дамага наносит-то? Вары. У меня просто это... Ну вон у них арбалеты же есть, вары фуриков. Для красоты он. И много дамажит, да? Вот она косарь, давай. Резкие как понос и жесткие как удар молотом. Ты про чё? Про наш рейд, блять. А, это спек не с танка, помоги, Трэш. Сука. Килы. Берни, со. Сорян. Ковчик на мастерство. Ты танчишь, что ли? Да, вон Виталичка. Тогда я пикнулся. Кота. Сводите их вместе, Виталий Кун. Не по отдельности, а вместе. Иди ко второму танку. Дай каску. Так, кому? Не каждый.
Отдохните. Вот эти големов заводи. Там два накопишь, в лужу поставишь и станешь. Куда пропал? Нормальный аксессуар такой. На мишку. Стрёмненький. Mm? На хп топовые. Yes. Тут хрем надо, там этот наруч, короче. Да, конечно. Капитарик он на трэше, я босса, сердце зергаем, и все. Это там по росту. Когда-никогда. А, как раз 4 минуты, ну, нормально. Там быстрее. Да, так и погоди. Да так, убьем. Дайте лапу и шипы потом. Побитахи. Не густите, сердце густо нет. Потом сначала трэш, а потом уже босса. Ну, сердце. Трэш сначала убейте всех. Хантер на пуль на протопал трэш весь. Искра вон, гнили зону ее. Скоро станки. Все, просто подведи в мелизону там за кривую. Ну, выведи лучше среди. Заводи в мелизону, чтобы ее просто заклевали. Короче, нет. Как всегда, шамановская эта хрень. Не. Как всегда, говно шамановское, да? Ну, как всегда. Какого же КД? Вот это тело падает по КД чисто. Шамановское, блядь, гисовое это тело.
Куда нужно телепортироваться? Последним степень. Осторожно. Давай, я лево, ты право. Дайте их, шаман. Лиз, эти сейчас придут, потом трэш бьем топ. Что ты говоришь? Больших сначала убьем. Сразу на удалон. А, я в поварском колпаке. Это что за фигня? Че, слезы чешут? Как получится, че? Че, Виталик, он будет танчить уголовно? Я не понимаю, как его танчить. Просто станки на 400 меняются, вот и все. Смотри, я первый начну. Потом да, я тебе скажу, когда. А я бабу смогу снять типа стаки? Нет. Нет, нет. Ну давай, в ретрика тогда спекайся. Будет потанчить. Да я потанчу, че. Я его не танчил ни разу вообще. Ветрик надо лучше. Звезды, собака, лучше мангасы. Другой раз потанчишь сейчас. Запуск. Да. Скидывай желтую джагу. Че, звезды, сова на звезда? Тесто, да, вот метки поставим. Кнопочку V нажмите английскую, чтобы звезды видеть, хп их. Только не вставайте раньше времени. Половине коста. А это зайдете. На первом косте чего это останется тогда. ХП нету. Печально. Ну тогда смотрите, мы прожимы не отдаем, мы под суровые оставляем. Скорее всего их два. Ну да. Ну да, БМ останемся, да и все. ШП-то нет у нас.
Да, гироскор будет. Давайте чекну пол. Подожди, ты сказал, что звезды бьет. Сама бьет. А, он шарит, да? Ну, а чё нет? Давайте. Все, все готовы. Все, запустим. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. А, ХП обновите. Сообщение от наблюдателя в любом случае. Гироскула. Милики, РДД, отойдите от босса. Отойдите от босса. Вселенную, непостижимую даже для величайших умов. Гера. На Кае тоже не летайте. Все, побежай. Заберется сейчас. Да, на мне прямо. Это еще взрывает. Еще рейда. Кара сейчас будет. Кара на ханте. Так, а пока что. Взорвется звезда. 4 стака, забирай. Шаман, заберите со звезды срочно. Вот. Забирай босса. Сейчас уйду. 5 секунд осталось. Во. Кара еще плюс. Заводи звезды. Я так что сам забуду. Внимание, суровый 5 секунд. Там. Все, смотрим. Заходите уже. Полкоста пошло. Я остаюсь. Да. Вот кто это? Кара, кара. У тебя все нормально. Раздевайте эти. Да, понял. Бэр, ханту дайте, приступ бэр. Да, ханты, охуеюсь, да. Вот, он же вызываем. Кара, подо мной прям. Ёбаный. Чтоб собрал босс. Хан присла. Давай посмотрим. Суровый удар 70 тысяч. У приста. То же самое у хантана. Вы что, в дырки, сука, зайти не можете? Надо не это не тупо зайти, а подвигаться чуть-чуть там. Я видел миры, охваченные пламенем. В принципе, ТЦшником можно под зубами остаться, вообще похуй. Был свидетелем того, как галактики зубы на себя дал все. Не способен. Ну ты считай, 100 тысяч этот удар холодным. И 60 тысяч остается. Сдохнет по-любому. Я... А вот это, когда он такую херню кастует, я в вабле даже не выживу или выживу. Бабу не спасет. О, опять три не спасет. Бабу не спасает. Только БЗ. А БЗ ретрика чё толку, как бы. Ну да. Не спасёт БЗ там. Дарованная вам свобода воли позволяет пренебрегать законом. Чё такое БЗ? Божественная защита, сокращённо. Да я... Айпа, всё. А, на собрание. Я изменил код отклика. Ваша планета... Чё, интересно, хоть квест этот? Альфа. Сейчас пойдет бой. Чтобы передать сигнал, поторопитесь. Тебе нужна три? Найдите источник энергии. Ищите в небесах. Нужна три. Как бы да. А Хантер что, не резкий? Там бой. Держу 6 раз. Пусть сам уже долетит и телепортируется. А, собрание?
Я вообще в шоке с вас. Один забагался, второй забагался. Будет вовремя. Пересоздание планеты запустится. Спасай свой. Чё, кто забагался? Да гуси забагали. А, вот в этих не надо стоять, я помню. Правильно. Ничего не важно, кто это. Маленькая сцена. Ну они дамажат там что-то. Сто лет назад здесь был. Маленького, среднего, большого. Давай, Хантер, добегай, ждем пока. Че, мне в танке или... Давай, прикинь. Да, сейчас я пока что минуту срочно. Ума не могу приложить, как бы они могли в дырку забежать. Забежать в дырку, отойти от этого места, все. Почему Хант и Крис не успели забежать? Просто в небо, что ли, смотрите или что? И по КД такая хуйня. Начинайте что-то делать там, имели сунели. Ну, Криста я не знаю вообще, блять, как. А Хмели Сунели, что ты, ну... Сколько ты играешь, давай как-то лучше начинай играть. Это, не знаю, блять, если вы будете продолжать на таком уровне играть, мы будем не Dark Stars, а хуйня Stars, нахуй. Сейчас об этом рёгнемся. Это не хуйня, блять, вы просто нихуя не знаете, блять. Надо в темный портал зайти было. Вот, Noob Stars будет. И мы тогда не сможем нихуя убивать. Мы в RS-25 гер придем и вайпнемся. Мы все умрем и вайпаемся. Ну это не дело, блять. Мы вообще, по сути, топовая гильдия на сервере. Если взять всех, то здесь топовая. Круче, чем кнуты даже. Ну, блять, круче всех. Если зайдут все старые игроки. Вы должны, блядь, учиться чему-то, развиваться, блядь. Становиться лучше. Так я развиваюсь. Книжку читаю. Жюль Верн. Дункан называется. Интересная. По путешествию. Где там приз? Я зашел, сейчас грузится в этот ебаный. Почему он ебаный? Давайте медведя зарежем и сделаем из него коврик хороший. Я слышал, дорого стоят ковры из медведя. В Москве. Исчезающий вид, блядь. Сейчас, короче, днем ходил 25 обычку целка, блядь. Тапки увел и перенос. Еще боежку с кораблей. А что за боежка там, что-то я не помню. Я тело на боежка. Сейчас на танк буешка подорожала, кольцо вот это вот вообще. С Мишки не забудьте продисплеить. Давай, я первый сбиваю. Хризи второй. Италия третий. И так, по очереди. С Мишки? Маленького начинаю. Подожди, подожди, на. Ты это только говори, когда не спили. Скажу. Он что, отошел? О, на него станы действует. Но не
Я забираю среднего объема. РДД в уже можете стать. Вчера, короче, кинул каплю на протопала и сам чуть не сдох. Уже пробежал раньше. Диспельте нишку. Нет, вы чё? Нахуй. Убивайте. Пейте среднего. Есть БР. КД 2 минуты, ну, да так добьёте. Геру дай. Ты че такой вырос-то? Деба, почитай. Диспель сейчас не. Да не могу я читать там. Вернее, что это не показывает. У меня почему-то описание. Есть баблы. И там приготовь и баблы. Еще раз повешать на тебя. Да не могу я бабл прожать уже все. Че-то не вешает. Все, пиздец. Это я же тебе говорил, когда диспелить, то молчал я вот и не диспелил с него. Принесли в жертву корову. Не до конца еще даже захилил. Сейчас нафиг. Ну так что я еще не рассказал, короче, кидаю я капли по КД там на Синдре. И уже чуть не сдыхаю, блин. Ну что за фигня, почему я даже под божественной защитой, блин, там дофига урона наносит мне. Далеко там не заходите. Еще, наверное, зергаем его, да? От руки дай. А почему мне это в бою это не показывает вот, описание бафов? Че, в кота так? Да, в кота зергаем, просто дело бесит. А, народ. Не знаю. Эти лапы. Хантер, вот первую руку подобьешь, вот человека сейчас схватит, подобьешь. Дай лапу, маны нету, блин. Все, лапа есть. Кликните в армию, все, погнали. Вам не пройти. Мы руки не бьем, да? Тело чисто. Свинью зарезали. Блин, нам так стрёмно разваливать. Ну ты дуру тоже зергаем, да? Да. Давайте кто тут на протопал. О, Виталик, давай танк. Да что ты один бы заточил, мы просто быстрее их задамажим и все. Веди их сюда. Прикольная тринка. Я сейчас первый раз вижу такой.
А, это боешка, ничего себе. Ну, она уже идет. Вижу. Че, котов убиваем двоих, да? Да-да, сразу. Привет, лицо, встань. Кого погиб? Сумага поднимал. Где Шамон? Сейчас встану, приготовьте защитнику. Я не смогу дать стан. Никогда. Защитник не станет. Как так-то? Не бесит, когда она орёт так. Какой-то... Какие-то, блин, аксессуары, которые я ни разу не видел, блин, вот. Спишу на чем-то. Прикольно, когда вар в этот в тунка превращается. Не прыгайте. Ну. Отойдите от сугробов, замков. Тут первый раз. Чё команду видите? Вот заебись, вот сами и бейте. Ну отойдите, ё-моё. Там достаточно один раз наступить. Будешь потом бить 10 штук или сколько там. Ого. Коди. Шлак выпал. Ого, контроль берет, что ли? Почти не знал. Фокус тут со своими читерскими аддонами, там, макросами. Тут
тоже в одного танка. ПМ пишет тут. Давайте отпивать ману. Шаман раздаст. Сначала склепы союзников наших. Больше двух стаков не копим, двигаемся. АОЕ маленькие зоны отходим. После сугроба, как он упадет, заходим в большие. Ну, диспо приготовьте, да. Мак, поставь столик, пожалуйста. Есть хочу. Все готовы, поехали. Народ, да? Да, Гир, давай. Знаете, что? Костры, тучки, сбегайтесь. Беги, малыш! Все, большая, отойдите на край. И заходим обратно. Добивайте босса. Чива. Блять. Все бисовое падает. Это трепет, и кто-то будет брать. Да он только варом паладина тут. Тыкнитесь там. Да? Че, сейчас. Мол, не будем делать. Че, где? За спину зашел и все. Ну давай сделаем. Угу. На арене вары пускай будут. А что делать на арене? Бьют молодых. Первая группа в комнату, вторая на арене. Все запускайте. Yeah.
Ты в ШП бегаешь? Да-да, в ШП. Давай я пойду в комнату тогда, он здесь пощитует, может быть, не знаю. Что, да, пошли. Давай, шипы. Да-да. Запускайте. Ну, сам... Стану защитнику надо давать, а просто так. Ну это я рефлектор, значит. Да тут такие мобы, нахуй, они с одной тычки умирают. Так что вообще плохо. Это себя таки читал. Рассчитано на рейд с Наксом, блядь. А то ремонт только чисто магия такой, да? Или тоже физуроном там? И физуроном, да? А больше всего физуроном, да, атакует? Да. Или... Вот ты посмотри в рекаунт, почему он идет. Посмотри. Сейчас сразу рэнш наберите. Все, дошли, да? Прыгайте, прыгайте, Джефф, останься. Бля, ладно, я запущу тебя сам. Шаман, прыгай вниз. Бесстыжие выскочки! Вы решили бросить вызов мне лично? Я сокрушу вас всех! Джербейте, трэш. Рэнш наберите. Забирай. Вот он молния. Ой, заберешь? Вот. Че, был удар, да? Да. Это понятно, сделали, бля. Все, забирай теперь. Забирай. А, еще все, добьем уже сейчас. Ты не моя возлюбленная! Спи, нечисть! А че хамп? Пошли быстрее дальше. Да не знаю. Это же надо понимать, что тут делать надо. Они же не видят нихуя. Смотрит, что-то происходит. Из-за кого это? Чего касали? Вы видели, босс поворачивается и стреляет в стену молниями. Так вот, туда, куда он стреляет, он потом через 5 секунд стрельнет молнией. В треть комнаты или в четверть. И поэтому нужно зайти под морду босса. А вам похуй, вы стоите, смотрите в небо. Ну мне-то не похрен, я просто пытаюсь понять, как это все сделать. Проще будет, если вы просто хоть раз в жизни в своей зайдете в интернет, откроете удар, тактика, поставите. Убили уже. Слишком.
ленитесь, не хотите прочитать тактику. Потом приходите сюда, вам надо рассказывать это время. Давайте вырубку сделаем. Чё, один танк, один хил. Зеркаем. Ну. Кто ему еще из танка? Я дал. Нужно больше маны. Бахни лапу, пожалуйста. Это к жесту, у меня маны нет. Геру сразу же спугал, да? Хантер сразу этот решит хил. Все готовы. Какие боссы дальше? Постоянно будет сейчас убивать. Взор снова ясен. Благодарю вас. Мирон, фаст. Сначала химик есть, Рэйди?